Здравствуйте, друзья! Мы с вами сейчас пройдемся по нашему офису вот с этой камерой 360 градусов, которая снимает панорамное. Вот вы впервые увидите наш офис во всей его неприглядности. Вот выхожу я в коридор из своего офиса. Тут у нас, можно сказать, учительская. Это страшное место. Педагогов сейчас, правда, нет. А место страшное. Они тут работают. Здесь вершатся судьбы. Что тут сказать? В общем, выходим обратно в коридор. Да. Да, страшное место. Вот коридор. В коридоре по правую руку вы увидите шляпы. Это половина примерно моей коллекции. Мандаринчики справа. Это из сада нашей Жанны. Она их так приносит иногда, когда осыпаются. И вообще приносит. Тут у нас известное всем помещение с получающей внимание на нашем канале Анной Леонидовной, в которой многие говорят, что мы ее, можно сказать, прячем. Вот, ну, скажите что-нибудь, Анна Леонидовна. Что-нибудь скажите. Что-нибудь приятное или так? Приятное, приятное. Зачем? Все остальное. Так, чтобы хотели еще видеть на канале. Да, да. А то действительно скажут, что-то мы хотели, а потом сейчас, наверное, передумаем. Да, ну, я даже не знаю, что сказать. Ну, привет, скажите. Привет, товарищи. Привет. Мы впервые делаем 360 градусов обзор нашего офиса. Как это 360? Ну, камера, видишь, сверху, вот маленькая, пузатая. А это которая 360? Вот эта маленькая, она 360. Да, я еще купил, видишь, этот самый. А у вас еще такая. Держалку. Стало удобнее, по-моему. Стало удобнее немножко, да. Ну что же, идем дальше. Тут прячутся сотрудники, кстати, завидев нас. По-моему, ей можно стрелять. Да, значит, вот тут у нас София и Наталья. Девочки, вас снимают в 360. Вот видите, камера, у нее две линзы вот тут. Да. Вот. И, значит, человек сидит и может вот так вот двигать и будет видеть весь ваш офис. Теперь вы как бы. Да, ой-ой-ой, вы теперь не спрячетесь. Вот все, что есть, все известно. Так. Идем дальше по коридору. Тут у нас раньше был принтер такой большой коммерческий, но мы его сдали за, так сказать, ненужностью. Мы сейчас мало чего печатаем. Сейчас все больше электронно. Видите, тут всякие коробки с полезными вещами, которые мы приобретаем для офиса. Идем дальше. Так, тут у нас что? Тут у нас студенты, друзья. Этих студентов никто в жизни еще не снимал на 360 камерой панорамной. Вот, они тут спрятались. Да, как бы не имеет смысла поворачивать камеру. Это ерунда какая. Да, потому что 360 градусов, они сами ворочают экран. Вот. Ой, так, ладно, я туда двигаюсь обратно. Вы видите, друзья, полотна французских художников. Они радуют наших студентов. Так, ну и, собственно, и нас радуют. Уходим. Я закрываю дверь, чтобы им тут не мешать. Так, ну что у нас тут? Классная комната. По стечению обстоятельств в классной комнате никого нет. Ну, нет и нет. Плакать мы не станем. Вот я тут встану посерединке классной комнаты, чтобы вы могли покрутить, чего хотите и куда хотите. Вот, выходим. Видите, как там была справа одна дверь, а здесь вот слева другая. Мы через нее сейчас выйдем. Выйдем мы через эту дверь. Тут вот у нас Елена Михайловна. Здравствуйте, всем привет. Да, это человек, мимо которого вы не пройдете. Когда у нас тут окажетесь. Как жизнь вообще, Елена Михайловна? Хорошо. Бизи. Справляемся? Справляемся. Так, теперь у нас есть кухня. В кухне. Что-то никого нет. Вообще такое время, знаете, через 20 минут начнется онлайновый класс у нас. Такая кухонька. Ну, я извиняюсь, что я все-таки вращаюсь тут с этой камерой, но куда деваться. Вот. Теперь мы движемся в еще одну классную комнату. Тут тоже сидят люди. Никто никогда их не снимал на панорамную камеру. Давайте я встану посередине класса,
чтобы вы могли крутить свой экран и как бы вот увидеть все тонкости. Так, вот все тонкости перед вами, народу мало. Я через там часок буду вести урок в этом классе. Так, ну, без камеры, это первое занятие, там, чтобы не засмутить никого, не засмущать никого. Так, ну что у нас осталось еще недоснятого? Могу выйти в коридор, вот сюда. Это наш коридор. Вы слышите звук унитаза, спускающего воду. Так, вот идем, на, может быть, на улицу, там симпатичная девушка, я смотрю, стоит. Так, ой, да, друзья, вот наша панорамная съемка приводит вас на улицу. Это героиня наших сюжетов. Как вы Привет. Героически справляетесь? Поглощаю, да. Покушать вышли? Да, на свежем воздухе. Да, так, когда сюжет, знаете, вот они видят только ваше лицо, а сейчас они видят вас всю. Потому что камера, видите, она выпуклая. Они видят вас, да, покрутитесь, покрутитесь вот так вот, 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 покрутитесь, да, а тут крутись, не крутись, все уже, все увидели, вот, вот, конечно, завидуют, а вы же сам уже мной все равно, правда? Да. Все, значит, вот теперь пусть, вот теперь кусают, кусают локти, да, посмотрите, вот, гляньте, у меня в, вот, в селфоне видно, вот как она все крутится, видите? Ух ты, здорово. Это такая, да, рыбий глаз называется, fish eye, вот, она так вот, виртуальная реальность. Потом возьмите селфон, так, будете это видео смотреть, и будете вот так крутиться с селфоном, и будет вот натуральная виртуальная реальность. 360 градусов, да? 360. Уходим, уходим в виртуальное пространство. Ой. Да. Все, друзья, возвращаемся в офис. Я мог бы еще в туалет зайти вам показать, но думаю, что вы туалет не видели, что ли? Лен, надо было в туалет зайти показать? Американский туалет. Не, не надо. Все, друзья, если туалет вас не интересует, то тогда мы, Леночка, мы на вашем прекрасном образе тогда закончим нашу съемку. До свидания.